Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарство «Гинкоум» устраняет головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкоум» в два раза дешевле аналога. Какая погода ожидает вас днем 10 апреля, расскажу вам я, Юлия Гадар. Сообщать хорошие новости легко и приятно. Ясно, что будет ясно. Всех жителей края ждет теплая и солнечная погода. Сейчас расскажу подробнее. Плюс 15 в Алейске, 9 градусов выше нуля в Бийске, 7,8 соответственно в Белокурихе и Заринске, 11 градусов тепла в Змеиногорске, плюс 13 в Камне-на-Оби. Теплее всего плюс 16 в Кулунде и Славгороде, 14 градусов выше нуля в Рубцовске, плюс 10 в Тальменке. В краевой столице ночью сохранится отрицательная температура – минус 4, а днем воздух прогреется до плюс 12. Ветер юго-западный – 1 метр в секунду. О погоде это все. Я желаю вам, чтобы эта рабочая неделя оказалась такой же теплой на слова и события, как сегодняшний солнечный день. Всего доброго, до свидания!